Сегодня в Щелковском перинатальном центре на свет появился 9-тысячный ребенок, и мы идем поздравлять счастливых родителей. В семье Корцевых это не первенец. Родительскую любовь между собой делят маленькие брат и сестра. Но теперь внимание мамы и папы будет обращено и на маленькую Елену, которая появилась на свет под юбилейным числом. Поздравить семью с пополнением пришел глава городского округа Щелково Сергей Горелов. Расти крепко, здоровый, умный, красивый. Точно так же, как и все ваши остальные дети, которые у вас есть. Будете еще рожать, приезжайте к нам. Весь персонал перинатального центра, это, конечно, колоссально. Я, правда, себя чувствовала очень комфортно. И доверилась полностью врачам, что скажут, то и буду делать. И, наверное, только благодаря этому все как бы прошло благополучно, так замечательно. Сама роженица является жительницей Москвы. Решила рожать в Щелково, потому что последовала за своим доктором, который ранее принимал у женщины роды. Выбрав перинатальный центр, Ольга не прогадала, ведь он отвечает всем тем требованиям, которые позволяют проводить роды любой сложности на самом высоком уровне. В этом году у нас в перинатальном центре родилось 3850 детей, из которых 15% – это иногородние. И из этих иногородних 95 человек – это жители города Москвы, которые у нас рожали. Условия шикарные, ремонт, хорошие палаты, питание, высококлассный профессиональный персонал. Это современное учреждение третьего уровня. И, безусловно, уровень подготовки специалистов здесь на порядок выше, чем в обычных родильных домах первого или второго уровня. Поэтому только за счет командной слаженной работы удается достигать таких хороших показателей. Семье Корцевых повезло, ведь их дочь, родившаяся 9-тысячной, получила подарки. Но всем тем, кто не попадает под знаковое число, расстраиваться не стоит, так как в этом году для каждого новорожденного Московской области предусмотрен подарок от губернатора Андрея Воробьева под названием «Я родился в Подмосковье». Подарочные наборы включают в себя самые необходимые предметы для ребенка в его первые месяцы жизни. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.